Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить две теплицы, капля крепыш. Вот под них основание. Пока мы приехали, разложились, приступаем к работе. Каркасы мы поставили, закрепили к бетону. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы покрыть теплицы поликарбонатом, а именно установка отливов. Как только их поставим, приступим к покрытию. На участке у нас уклон, теплицы стоят на разном уровне. У нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицы капля, крепыш шириной 3, длиной 4 метра. В количестве двух штук стоят они у нас на бетоне, закреплены анкерами. Снизу отлив. Сразу пока идем поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность, все торцы защищены. Защищены торцы, говорю. Что не показываешь? А вот. Защищены торцевым профилем. Цельная дверь с одного торца, с лицевых, в обоих теплиц. Форточка в торце с другой стороны. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 40. Арки сверху с усилителем. Покрашено все полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Имеют диагональные усилители. Форточный блок на термоприводах. Сейчас вторую теплицу посмотрим. Вторая абсолютно такая же. Две близняшки получились у нас. Здесь у нас есть система подвязки. По две нитки на каждую сторону. Вот такие две очередные кроссовки у нас получились. На которых не будет лежать снег, будет скатываться. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!